С 1 по 30 апреля на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области ввели временное ограничение движения грузового транспорта. Теперь нельзя ездить по шоссе с асфальтобетонным покрытием, тяжеловесным и крупногабаритным грузовикам с фактической массой 20 тонн, а по дорогам с переходным типом покрытия 10 тонн. Выдача специального разрешения на проезд такого транспорта ведется через личный кабинет перевозчика на сайте Росдормониторинга.